Совсем чуть-чуть осталось до финала проекта «Холостяк 11», а в это время я предлагаю узнать самые интересные факты из биографии участниц, которые остались на проекте бороться за сердце Михаила Заливака. Впервые за всю историю проекта в финале три участницы, ведь обычно в последний тур «Холостяка» проходит две девушки. Однако довольно нестандартная ситуация заставила продюсеров шоу пересмотреть привычные правила. Да-да, я сейчас говорю о возвращении на проект Юлии Зайки. В сети ходят слухи, что победительницей стала Анна Богдан, и многие зрители уверены в ее победе. Есть также те, кто считает, что Заливака выберет Юлию Зайку. Меньше всего голосов у Розали. Поклонники шоу уверены, что девушка скорее подруга, нежели возлюбленная Михаила. Итак, начнем с Юлии Зайки. Юлия Бельченко – настоящая фамилия девушки, а Зайка – это псевдоним. Родилась и выросла в Киеве, училась в университете имени Шевченко на географическом факультете. Во время учебы подрабатывала в музее младшим научным сотрудником. Поскольку я училась на туризме, у нас был предмет экскурсоведения. Одно из заданий было посетить музей и написать научную статью. В этот же день в музее мне предложили работу. Это был настоящий выход из зоны комфорта, поскольку я всегда боялась выступлений перед большой аудиторией, написала Юлия в своем инстаграм-аккаунте. За полгода девушка написала свою экскурсию, защитила ее перед директором и коллективом музея. В ее работу входили экскурсии для школьников и студентов непрофильных вузов. Таким образом, по словам Юлии, она зарабатывала деньги и пыталась побороть страх публичных выступлений. Позже девушка устроилась в турфирму менеджером по туризму. На четвертом курсе университета она подрабатывала в салоне красоты. По окончании вуза в Украине Юлия уехала учиться в Польшу, где получила степень магистра. Во время учебы, чтобы заплатить за жилье и питание, Зайка работала кассиром в супермаркете, работником на заводе по производству пластиковых деталей и на чайной фабрике. После окончания первого курса магистратуры в Польше Юля уехала на остров Крит по программе обмена. Проработала лето в отеле к зарплате от отеля 350 евро в месяц. Я получала стипендию 500 евро в месяц и немного чаевых. Эти средства позволили мне оплатить 2 года учебы в Польше, поделилась Бельченко. Кстати, в Польше Зайка победила в студенческом конкурсе красоты, о чем рассказывала на «Холостяке». Кроме этого, Юля принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Украина Вселенная» в 2019 году. Получив диплом магистра, Юля вернулась в Украину и начала работать в сфере рекламы. Сейчас девушка занимается SMM. Про личную жизнь Юля рассказывала немного. Известно, что встречаться с молодыми людьми девушка начала в 20 лет. Мои первые отношения начались за пару месяцев до моего 20-летия и продлились 2 года, откровенничала Бельченко, уточнив, что первый возлюбленный был ее одногруппником. Юля также рассказала, что у нее были отношения на расстоянии с парнем из Литвы, но пара не смогла сохранить отношения. Бельченко намекнула, что ее экс-бойфренд ей изменил. Мужчинах Юля ценит такие качества: верность, заботу, понимание, поддержку и сильный характер. Далее поговорим о Розали. Розали Намбре родилась в Донецке, где до сих пор проживает ее мама, с которой, кстати, холостяк познакомился по видеосвязи в одном из выпусков проекта. Девушка приехала учиться в Харьков, где работала в одном из ночных клубов певицей. Там, кстати, 5 лет назад они и познакомились с Михаилом Заливака. Не только этот момент связывает участницу с холостяком. В одном из выпусков выяснилось, что Розали и Михаил учились в одном вузе Харьковского национального университета имени Каразина. Девушка училась на специальности «Банковское дело и страхование». Несмотря на то, что Намбре поет, пандемия изменила планы многих. Из-за массового закрытия заведения, где пела Розали, девушке пришлось искать другие пути заработка. Так как Розали неплохо рисует, она стала работать графическим дизайнером. Кстати, как и Юля Зайка, Розали побеждала в университетском конкурсе красоты. Участница «Холостяк 11» также работает моделью. Про личные отношения с мужчинами до проекта Розали рассказывала немного. Известно, что девушка несколько лет жила с молодым человеком и думала, что в будущем они поженятся. Однако пара распалась. Интересные факты про Анну Богдан. Родной город Анны Богдан – Киев. У девушки есть младший брат Дмитрий. В 2015 году Аня окончила Национальный университет пищевых технологий. Сейчас Богдан работает менеджером по туризму. В ее соцсетях можно найти множество фото из разных стран, начиная с Таиланда и заканчивая Кипром.
Как и Михаил Заливака, Анна очень любит путешествия и активный образ жизни. Во время учебы Анна занималась модельным бизнесом. На ее страничке в соцсети можно найти фото на подиумах Украинской недели моды. Ранее Богдан признала, что хочет иметь 3 детей, но при этом и развивать свое дело. Что касается личной жизни, то еще на проекте Анна поделилась личной историей о разводе. Девушка была замужем за экс-главой офиса президента Андреем Богданом. Пара была вместе 3 года, 1,5 из которых в браке. Ну что ж, каждая из девушек по-своему интересна, и Михаилу предстоит нелегкий выбор. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.